Всем привет! Сегодня продолжаем с вами тему вкусных, полезных и, главное, любимых завтраков. И сегодня мы с вами готовим овсяно-блин. Но это будет необычный овсяно-блин, потому что секретным ингредиентом будет протеиновые панкейки от Бумбар. Я очень люблю Бумбар за то, что у них абсолютно вся продукция без сахара, у них очень вкусные протеиновые коктейли, а также очень большой выбор протеиновых батончиков, которые прекрасно вписываются в рацион худеющих. Это, знаете, из серии «Ем вкусно, ем сладко и при этом могу худеть». Итак, что нам понадобится для нашего овсяного блина? Это 2 яйца, овсянка и 100 грамм молока. Если у вас непереносимость лактозы, вы можете просто взять обычную воду. Но с молоком мне нравится. Итак, смешиваем все ингредиенты. 2 яйца. Этот рецепт очень хорошо рассчитывается по КБЖУ и прекрасно вписывается в рацион. Сюда же высыпаем овсянку. Добавляем молоко. И, как я говорила, у нас секретный ингредиент. Я добавлю 2 скупа смеси. В таком случае она прибавит сладость овсяному блину, и он поднимется очень красиво. Я очень люблю именно вот эти со вкусом смородины, просто безумно вкусные. Если посмотрите внимательно, то даже, видите, даже есть сушеные ягодки. Мне вот именно этим и нравится. Кстати, продукцию Бумбар можно заказать на сайте Бумбар.ру, и по промокоду Лана вы получите еще 15% скидку на весь свой заказ. Итак, нам нужно смешать, да, взблендерить всю смесь до однородной массы. Я все взбила. Видите, у меня получилась такая вот густая однородная масса. Вы можете добавлять молоко или воду постепенно и смотреть, чтобы ваше тесто не было слишком жидким, но и также не было слишком густым. Теперь это можно вылить на сковороду или в силиконовую форму и выпекаем под закрытой крышкой, либо выпекаем в духовке. Сковородку или форму можно сбрызнуть маслом, и в таком случае ваше тесто не прилипнет. Я всегда пользуюсь маслами с распылителем, это очень удобно, не повысит калорийность, не повысит жирность в вашем продукте. И очень важно, если вы хотите жарить, да, или нагревать масло, собственно, что сейчас и будет происходить, обязательно берите кокосовое масло, поскольку оно очень хорошо термоустойчивое и не выделяет канцерогенов. Овсяный блин печется, я вам расскажу, что еще можно добавить к нему, чтобы было вкусно и тем не менее диетично. Я покупаю в сети супермаркета Сельпо вот такой вот джем без сахара. Вы посмотрите состав. Здесь фрукты, вода, пектин, то есть вот джем с немного добавленным сахзамом. Вот, они используют сукралозу. Еще можно добавить арахисовую пасту. Также очень важно, когда выбираете арахисовую пасту, смотрите на состав. Кроме арахиса, вот видите состав, арахис, там больше быть ничего не должно. То есть там не должно быть рафинированного масла, там не должно быть сахара, то есть ничего, только арахис, либо арахис и соль. Вот, вот такими вот вкусняшками сейчас мы сдобрим овсяный блин, и будет вообще просто огонь. Смотрим результат, что получилось. Та-дам! Смотрите, какой классный. Вот эти вот маленькие фиолетовые точечки, это как раз те сушеные ягодки, которые были в протеиновой смеси. Вот так вот легко, просто за 15 минут мы сделали классный завтрак. Причем, представьте, вся эта порция, эта большая тарелка, это на одного человека, и это совсем немного калорий. А дальше по вкусу. Либо вы смазываете его арахисовой пастой, либо зироджемом. Можно взять просто 33% сливки, взбить их и смазать сверху сливками. Тут уже на вашу фантазию и вкус.